Да. Есть, да. Слава Богу. Вот, друзья, приветствую всех снова. И вот сегодня мы с Андреем и были в парке Киото были. И вот сейчас покушали здесь Макдональдс. Вот, уже на Дарнице. Хорошее время. Вот, и сегодня у нас преображение. Вот, спасибо за поздравление. Наверное, я потом отдельно еще, как бы, не знаю, спешу, что ли, всем такое тоже поздравление какое-то ответное. Вот, спасибо тоже за молитвы, за участие тоже, слава Богу. И отец Олег, и всех, кто поздравлял, спасибо огромное. Пусть Бог благословит вас. Вот, а здесь сейчас тоже и размышляем, конечно, так общаемся. В том числе и о церкви, вот, о администрации, да, вот, как бы, вот, о менеджменте, да, внешнем развитии, да. Вот. И как раз вот в воскресенье об этом поговорим, будем продолжать, по сути, собор. Слава Богу. Если какие мысли есть, тоже пишите, пожалуйста, хорошо? Потому что, наверное, надо будет вот так вот как-то соборно так порассуждать на эту тему. Вот. Я помню то, что вот как раз с Гомеля наш отец Сергий тоже говорил, тоже очень хорошие вещи вот, на эту тему. Надо будет даже пересмотреть, кстати, у меня записи есть. Вот. Он приезжал, как раз рассказывал тоже об этих же вещах. Тоже о развитии церкви. Тоже о стратегии вот, развития. И, кстати, у отца Сергия хорошо получается именно то, что вот это альфа-курс он освоил хорошо. Вот, и уже не первый год работает в этом всем. И мне очень понравилось у них там, я когда бывал там, мне очень понравилось. Вот именно как такие беседы, общение, тоже чаепитие, они там вот так вот тоже собираются за столиками, общаются, классно вообще, мне понравилось. Вот. И сейчас Андрей как раз напомнил об очень важной такой, да, составляющей, да, современной церкви, как вот именно вот, да, общение, на самом деле общение, как вот в древней церкви было так же, в принципе, агапа эти. Вот, и эти агапы, они действительно служили, ну, революционной идее, такое разрушение всех этих стереотипов каких-то там, вообще там рабы, свободные, мужчины, женщины, богатые, бедные, разные люди вместе собирались на вечере любви, общались, молились, кушали вместе. Вот, пусть Бог благословит сегодня всех нас. Да, благословляю всех во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аминь. Да.